Под зажигательные танцы скоморохов и заводные мелодии гармонистов. В лучших русских традициях у молодежного центра «Горизонт» выросла новогодняя ярмарка. В течение 4 дней жители, гости нашего города смогут приобрести на новогоднем базаре сувениры, подарки для своих родных и близких, новогодние украшения, сделанные руками мастеров декоративно-прикладного творчества. Продажей главного новогоднего дерева Ольга Амельченко занимается уже много лет. Лесных красавиц предпринимателю везут из Дальнегорска. Цена вопроса от 500 рублей, самая дорогая – 5000. Плюс к этому уже второй год в массы внедряет креативные крестовины, самые ходовые в форме зимних саней. Сани 2,5, лепесток 1800, завиточек 1500, звездочки по 1000, вот и обыкновенные деревянные крестовины 250 рублей 200. Товар на прилавках в большей части творение уссурийских умельцев. Есть и купцы с краевой пропиской. Татьяна Макаева приехала к нам из Новошахтинска. Уссурийцам предлагает корзинки и шкатулки из бумаги. Цены не завышает. Подарки ручной работы стоят от 200 рублей. Говорит, в преддверии Нового года хочется не поживиться, а просто порадовать людей. Но само плести оно недолго. А подготовка, самое главное, много времени занимает. Накрутить трубочек, покрасить. На базаре можно приобрести не только подарки. Елочные украшения и игрушки, новогодние пряники и сладости. До 27 декабря все это расположилось на прилавках у молодежного центра «Горизонт». Новогодняя ярмарка работает с 14 часов. Виктория Сарада, Никита Файзулин, Телемикс.